Фаршированные кабачки, для этого нам понадобятся кабачки, мяско, вот такой кусок. Варим стакан риса. Так, мясико мы перекручиваем на мясорубку и тоже пропускаем через мясорубку. Итак, мы берем наш фарш с луком. Дальше берем наш рис. Рис добавляем наш. Берем, добавляем яичко. Солим. Перчик. И хорошенечко все это перемешиваем. Вот такой вот у нас фарш получился. Дальше мы берем наши кабачочки. Нарезаем на вот такие вот одинаковые по размеру. Вот штучки, и серединочку мы ложечкой аккуратненько вынимаем, делаем вот такие вот как чашечки внутри, вот такие вот. Так, дальше мы берем наши кабачки, наполняем нашим фаршем. После того, как мы наполнили все наши кабачки фаршем, отправляем их в кастрюльку. Все эти серединки из кабачков, которые мы выняли, мы меленько нарезаем кубиком и добавляем в нашу кастрюльку к нашим кабачкам. Дальше мы натираем морковку одну штучку на терке крупной и добавляем тоже в нашу кастрюлю. Дальше мы делаем соус. Для этого берем горячую воду, чуть-чуть соли, перца и добавляем ложку томатной пасты. Размешиваем, заливаем нашу кабачки, чтобы на пару сантиметров они были покрыты выше водой. И все, 40 минут тушим и готовим. Очень вкусные кабачки. Готовьте, до новых встреч!